что, друзья, всем доброе утро. Солнце светит. Раннее-раннее утро на реке Вычегда. Мы сегодня с Валентином Ивановичем. Получился у нас сегодня денечек свободный. И решили съездить половить на джик и на троллинг. Это спиннинг с лодки. Взяли всего по минимуму вещей. Еды на день. Тормоза взяли, чтобы костер не делать. Вот, ну и два рюкзака. Снасти, удилища, по два удилища с собой. В планах, друзья, половить это джигом и троллингом. Посмотрим. С утра попробуем половить джигом, пока на улице спокойно, ветра нет. Погода классная. Вчера поливал у нас сильнейший ливень в районе Сыктывкара. Все залило, все сырое вокруг. Так что у нас с батей не получилось поездка на два дня, хотя планировали. Поэтому сегодня денечек рыбалки. Красота. Погода классная. Мы вроде как расположились, немного от берега отошли. Сейчас будем потихоньку смотреть, что куда. Доставать вобера. Вот, пить чай. Ну и потихоньку готовиться к рыбалке. Берочки прутовские сейчас испытаем, заодно попробуем. Вот сейчас. Узнаешь? Нашел у деревьев батина классика. А, это же советская. Кеми. Ты ее уже подкрасил. Ё-моё. Сколько еще было поймано? Сколько лет ей этой резине? Ой, резине, говорю, это вертушки. Ну, как мне? Даже больше, наверное. А, сценика, да? Не знаю. А, да. Копейки должны быть написаны где-то на лепестке с обратной стороны. Не вижу. Видишь? Не имеет как его. Это хороший крутнулся, да? Вывернулся, да? Угу. Видели хороший выход жереха, хороший крутнулся. Пробуем немножко подловить. Ты на воблер, да? Нет, воблер цепляет. Цепляет? Гоби поставил, блин, глубина-то 2 метра. Потихонечку так расположились, лодки так быстренько покидали сейчас. Жерех там плеснулся один разочек. Вот пару ударчиков какие-то у меня было. Непонятно. Ладно, сейчас ниже сплавляемся, какую-нибудь находим точку и уже будем ловить на резину, пробовать джиговать. Сейчас перекусик, завтрак и вперед. Или рядом с островом. Угу. Вот где вот эти бакины стоят. Вот там посмотрим. Чуть ниже, а потом вверх пойдем уже туда на яму. Там уже тут точно будем джиговать. И кепочка тебе. Бейсболочка. Самый главный подарок. Держи. Пельмени с бульоном. Да. Я же не буду пустой брать его. Так ты открути там, посмотри, какая там крышечка внутри. Че, ну? Это типа как тарелочка получается. Тарелочка, да. С ложкой. А, да? Да, ложка складная. Нет, слушай, вода нормальная. Не сказал, что прям. Не сказал, что прям мутная. Нормальная вода. До конца июня, начало июля. Кстати, сегодня 2 июля. Опять забыл сказать. Дату. Забываю в начале видео говорить дату. Сегодня у нас 2 июля. Попробуем, мало ли где-то жерех или подъязок. Выскочит.
Ну, парни, в принципе, тоже вот так же сплавь шли. В принципе, брали, бля. Мы-то на середине брали, бля. Ждать надо, бля. Да. Надо его выжидать. Спиннинг сегодня также все тот же спрут Рензе 2,70, 35 грамм. Вот катушка тоже 4000 Рензе спрутовская. И шнур спрут 8-жилка 0,14. Окунь, да? О, хороший горбачик. Хороший горбач, да. Тем не менее, трава плывет, кстати, после дождя. Угу. Я думаю, немножко вода прибудет в Вычигде. По-любому немножко будет. Не сильно? А вот лесные сейчас подскочат 100%. Ага. Просто. Ну, вверху я Вычигде, точно. Там-то да. Там лесная речка она есть. Стали на свале таком с 5 на 7 метров. Ну пока тишина. Хочется почувствовать Татарчик. Такое. Ага. Какая подсечка у тебя была? Как я говорю, подсечка у тебя была? Не крупно, да? Кушочек. Если окунь, то нормально. На бело-синяя дипломата? Белокрасно. Белокрасно? Я ж тебе говорю, рабочий вариант. А, смотри-ка, щучка. Это уже. Щукандрел. Сразу, да? С оборотом. Может, на бело-красную берет? Может, говорю, на бело-красную берет? Да ладно. Да я тебе говорю, он уже покупнее. Слушай, у меня тоже был тычок, кстати. Смотри-ка. Дипломат в красно-белом цвете, сотый размер. Да, на 100 грамм крупнее. Главное, в том же месте. Ну вот такие, друзья. Шпаканды. Это случайность или закономерность? Это, наверное, думаю, закономерность какой-то.
Не зря я, кстати, в последний момент заказал. Ага. Да, они всегда рабочие были. Я уже четвертый год на них ловлю, эти дипломаты. В красно-белом, бело-синем размере. Крупный окунь. 5 был. Да ладно. Ты говорил, это чок. А иначе там где-то держится, где-то на свале каком-то. Слушай, ну значит красно-белый работает. Дипломат. Ну уж понравилось же. Ну конечно, столько поклевыми. Мне бы тоже понравилось. Окунь что ли, блин? Дык-дык-дык-дык-дык-дык. Ну, если окунь, то хороший. Да нет, слушай, это не окунь. Судак. Судак? Небольшой. Такой судачок попался, а? Не зачет. Не зачет. Не зачет. Ну давай, зови папу, маму там, Колю, Васю. Ну как удар? Слушай, без удара. Ну, на подтяжке, дудук, блин, все. Без удара. Не почувствовал я судакового тычка. Немножко с Валентином Ивановичем обрыбились. Поймал небольшого судачка, такой, не знаю, грамм, наверное, 200-250. И Валентин Иванович тоже поймал там пару щучек, да? Угу. Пару щучек, ну и вначале окушок еще был. Вот, ну и удары были. Ну пока вот все на этом. Ничего не можем пока найти покрупней. Смещаемся, перемещаемся, ищем. Погодка сегодня, конечно, шикарная. На улице вообще тепло, прям солнце светит. Красота. От вчерашнего шторма и ни следа уже не осталось. Иванович достал секретное уже оружие. Да, слушай, блин, на мандулу. Тычок был бы. Мандулу, но... Тычок был. Пока что вот резина всех лучше отработала. Где я сейчас? Вот она. Это дипломат. В белом-красном размере, 600 размер. Пока что все поклевки и поймана рыба на него. Подниму немножко, приподниму груз. О, слушай. Вот что-то такое. Слушай, давай подсак. Убери вот резину крупную, а, в сторону. Я хочу вот так вот поднимать. Угу. А я потом сзади его возьму. Не понял, а что такое-то? Да, да ладно. Конечно, давит. Да-да, смотри, смотри. Давит, давит. Да-да-да, смотри-ка. Сучок. Ну-ка, ну-ка, давай, давай. Да ладно. Нет. Щука хорошая. Угу. Ох ты! Светило. Ну отлично, сейчас, подожди. Я говорю, твистер-то рабочий оказался, блин. Только против него рассказывал. А нет, я тоже твистер ставил. Сегодня? Вот сейчас только что ставил. Да, я другой ставил. Ну я как бы джигал. Яркий у тебя, да? Нет. Яркий? Кило 335. Ну кило 300, грубо говоря. То есть 300 грамм, да? Ух ты! 300 грамм, да. 300 грамм весит эта штука. Ну, нормально. Такой, друзья, твистер сработал. В каком-то тускло-оранжево-зеленом... Пожалуйста, да? ...цвете, да. Вот, сколько тут кидали, кидали. И вот такой вот цвет. Все, тычки были? Да, два раза. Тычки были у меня. И у Валентина были, у меня были тычки. А щука-то стоит, оказывается. Мы вот там стояли, я кидал вот сюда. Но. Сейчас именно так получается.
И в эту яму можно закидывать целый день. И если так будет поклевывать, интересно. Я подпыливаю. Ну вот такой вот у нас завтрак будет. Каша. Ох, с яйцом и с огурчиком. Ну и хлеб тоже. Деревенский с маслом. Сухарики. Сухарики? Это я понимаю. Завтрак туриста. И все, он вкусный. О, друзья, дождь идет на нас, блин. Поливает. Дождик, дождик, ты могучий. Вот так вот. А там идет дождь. Там идет дождь у нас за бортом. Что, ну ветра хорошо нет? Зай, слышишь, что шумит такое, знаешь? Ворочек идет. Прячемся от дождя, в общем. Издалека услышали по реке, как прям шум такой стоит и полосы белые. Ладно, сейчас там недолго, но переждем. Сейчас чай глотнем заодно, пока время есть. Я не понял. Не понял, зацеп что ли, бля? А? Нет, есть, блин, хороший, хороший. Доставай, два. Хороший, хороший аппарат. Ты на меня идешь. Не, быстро не. Да я, он на меня идет. Зацепился, Валентин. Хорошая щука. Да? Да-да-да. Этот не разложен. Так ты брось уже этот. Сейчас зацепим. Так все, уже зацепились. А? Зацепились уже. Да-да-да, сейчас, сейчас. Не-не-не-не-не. Стой, стопы. Во! Блин. Ой, смотри. Внутри. Внутри 300. Внутри, да, 3. Трех, да. Вот такая вот. 3 килограмма. Тут такое ощущение, как будто она больше, блин. Не знаю, давно я таки не ловил. Да нет, трех. Ну что, попался на троллинг. Салма Хорнет пятерочка. Сработала. Ух, какая. Сейчас мы ее отпустим. Пакет. Бой, бойка. Пакет отпустим ее, да. Ладно, давай. Ладно, еще раз пройдемся. Ну что-то как быстро мы ее достали, ее, в принципе, да. Еще и запутанную. Ну удар, конечно, жалко не заснял, друзья. Ударчик был. Ударчик. Там вот чуть спи меня не вырвало из рук, я так думаю.
Я аж испугался сам. Разворачивает нас, да? Чтобы у нас мои не запутался, я это не достал. А, вот, оставь. Пушок. Пушок, да? О, хороший пушок. Отличный. Отличный кусок. Кушочек. Да. Сзади. Как раз получается, что там проехали. Так вот. Раз и проехали. Тут ту точку. Маленький. Угу. О, видел? Сзади. Блесны. Уходи у меня. Смотри-ка, а? Попробуем помедленнее покрутить. А, уже делай. Падал. О! О, смотри, он там. Видишь, он начал бить. Есть! 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 Слушай, ну двушка, наверное, минимум. Уголи, течение здесь. Силен. Вообще просто. Он встал колом. Ё-моё. Ну наконец-то, а. Бить начало, все. Такой удар был просто. Ты тач, блин. Такое ощущение, как будто его. Да, да, хороший, хороший, хороший. Хороший, хороший жерех. Это боец. Это боец. Натечки. Еще и натечки, но. А тоже хороший, но. Может, ты не один. Нет, тут ставим. Значит, начинаем там бить. Это вообще. Один, смотри. Сюда поднимаешь. Не, не, не так, не так. Так, поднимай. Я его здесь поймаю. Поднимай, поднимай. Подними его. Чуть-чуть. Подними, подними. Есть. Есть. У-ху. Вот это да. Ребят, вот это да. Смотрите, жерех-то хороший. Да. Плесна прям. Все, положил. А? Тейл спиннер не сработал. Жерех вот такой опался. Блин, сейчас весим, конечно, но я думаю, что тут полтора. Подвушку. Подвушку, да, подвушку это есть. Хорошие. Увидели, что жерех начинает бить. Буквально вот здесь вот, угу. Рядышком с нами. Такие стали всплески. И несколько раз кинули. И выше тоже. И выше еще, да. Угу. И вот на блесну опался. Вот такой красавец. Ну отлично, просто рыбалка. Рыбалка зачет. 200. Ну два. Двушка, блин. Ну это не как в прошлом году 4300. Тут сразу как бы. Да, тут заброс такой, блин.
прям четко. Опять забыл название блесны. Как она, бля? Кастмастер. Кастмастер, вот, друзья, точно. Ох, ты смотри, разогнул крючок-то, бля. Чуть-чуть бы и все. Слушай, вот поэтому дешево не стоит. Вот это могут, блин. Нет, на дешевых ты просто меняй. Проверяй крючки. Они же белые, не слабые. Клоним, что ли, был, получается? Слушай, все, тишина. Ага. Решили мы пообедать. Время 12:30 у нас уже. Во! Во! Красота! Не жарко, нет такой жары, такого пекла. А так градусов на роге-то 23-22 в тени. На солнце, конечно, там горячее. Сейчас мы с Ивановичем пообедаем. Взял с собой в термосе пельменей с бульончиком. Ну, в общем, отдохнем, я думаю, полчасика 40 минут, и потом нашу рыбалку продолжим. Огурчик. Вроде бы два огурца здесь. Удобно в термосе, раз-раз, уже горячее поел, чтобы не терять время на эту всю готовку, это все приготовление, газ. Если когда, конечно, на два дня, там, да, там костерчик, все дела. Да, там посидеть, да, торопиться некуда. Самый лучший якорь на лодке, лучше всех держит, трак. Был у меня заводской. Но не то. Вот трак самая вещь. Давай. Угу. Хорошо ударил, да? Хорошо ударил? Угу. О, есть! Тоже? Да. Он тебе что-то хорошее. У меня окунь, наверное. Там стойки стояли, да? У меня щука, слушай. И отпускай туда. Да. О, все. Ну, оставь. Жабры. Да. Чуть больше моей. А? Чуть больше, говорю, моей. Стрекозябра. Чуть больше моей, стрекозябра. Подтаскивал, подтаскивал, ударило. Нет, щука. А? Промахнулась. За подбородок. Ты, ё-моё. Тут мелочи, видно, щуки много, мелкой. Сейчас еще немножко пройдем троллингом с Валентином. Джиксами никак не получается особо
половить. Вроде с утра еще какие-то были поклевки, а потом тишина. После 9 часов 10. Ой-ой-ой. Вижу. Только хотел сказать, что что-то, блин, не берет. Какой-то плавник там торчит. Это что-то крупное? А что она так? Я не знаю, что-то забагрил ее. Да? Из этого? Так, блин, ладно, так. Так, чуть поправить надо, я сам. Че, сам достанешь, наверное, с подсака? А, не крупная. Еще пандр. Все равно. Сюда что попало. Ладно, ну как рыбалочка? Во. Только не атрофеился, да, сегодня? Не получилось. Помогал. Помогал только. А, да, помогал, да. Ладно, как вторым номером. Главное, хоть что-то поймали. Ну все, друзья, на этом мы нашу рыбалку заканчиваем. Оба сгорели. Ты, кажется, красный. Тут не места эти красные. Mm-hmm. Тоже, да? В общем, сгорели, порыбачили, отдохнули. Поймали немножко рыбки. Щука 3 кило, одна, жерех 2 кило. Щука еще одна полтора, ну там пару кушков и мелочь. Ну и отпустили, кстати, очень много сегодня. Даже там какую-то часть я не снимал, не показывал. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что рыбалка удалась. Такое двоякое чувство. Вроде и поймали, а вроде как-то так и только поутру поклевало. Вечером уже толком ничего не клевало. Ладно, мы все собрали. Собираемся домой. Сейчас до машины и ближе к дому. Всем спасибо за просмотр, всем пока, как обычно, ставьте палец вверх, там, пишите комментарии, спрашивайте, узнавайте, подписывайтесь на телеграм-канал, на группу ВКонтакте, публикую всякие интересные фото, видео короткие. Все, всем пока.